утром цветы, как правило, поздравления мужчин, звонки близких, звонки знакомых мужчин, родственников, брата, сына, который находится дальше, не со мной. И, конечно, день очень приятный. Лариса Бархатова окружена вниманием любимых мужчин, сыновей и мужа. Поэтому и 8 марта для нее день особенный. Еще больше цветов, приятных слов и заботы. Дорогих подарков от близких не ждет, ведь самое главное – не они. Самый приятный подарок – это цветы всегда женщине, да. Но любовь. Впрочем, в этом году на 8 марта Лариса Бархатова получила не только цветы. Накануне праздника ей присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области». Я хочу сказать, что без вас этого бы не было. Конечно. В этом, конечно, ваш большой-большой вклад. Поэтому только с коллективом. С единый труд и единая команда. Да, с командой можно что-то делать. Но цветы и гости в женской консультации по другому поводу. Депутаты-единороссы пришли в медицинское учреждение, чтобы поздравить его сотрудниц с 8 марта. Не остались без внимания также врачи и медсестры детской поликлиники. Каждая получила букет цветов и добрые пожелания. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».